Прежде чем договориться о месте цен, давайте разберем ситуацию. В стране кризис с расходниками на ВАК, и все, кому не лень, начинают предлагать якобы хорошие комплектующие и запчасти. Итак, ситуация. На форуме очередном, где что-то специалисты друг другу советуют лить какое масло и что там заменять, появился еще один человек. Итак, у нас расходники из Турции. У нас был ролик про Турцию. Ну, у нас там все было зашибись. Теперь смотрим, что здесь. Фильтр масляный для двигателя DJK, CSDA, CCPA. Итак, как мы видим, вроде бы все хорошо. Железненький, написано, сделан в Турции, ВАК, коробка есть. Фишка в том, что в Европе нету проверочных наклеек на, как сказать, на подделку. Потому что подделка только у нас. Ну, как говорится, все говорят, что в Турции просто другие расходники. Вот смотрим, все вроде коробочка есть беленькая. Масло, так, фильтр вроде по 1400, масло ваговское, оригинальное, по 7000 за 5 литров, видим, Long Life 4, как вы любите, все как бы хорошо, где сделано, написано, сделано в Германии, внизу написано, пластик у нас из Италии, вот эти вот буковки, как у Shell, почему как у Shell, ну, потому что это масло, это Shell, в Европе ваг масло, это Shell, видим, все как бы хорошо в упаковке за 5000, налетай, разбирай. Ну, давайте посмотрим, как это масло выглядит в Европе, в Украине, в Германии, в Великобритании и в других странах, в Дании, например. Смотрим оборотную сторону. Кстати, кто уже знает, где что не так, вы пишите, на какой секунде вы это или минуте это поняли. Итак, масло, которое я уже давно вам рассказывал, уже несколько лет, тогда, когда у нас появился Лукойл от ВАГа, то давным-давно у всех был Shell. Итак, что у нас тут? Написано, что масло сделано в Испании. Хорошо, идем дальше. Вроде тоже все похоже, но мало ли там, где масло произведено. Вот маленькая бутылка. Это бутылка, как мы видим, полностью, которая показывает Shell. И выдает его с потрохами. На оборотной стороне, на немецком сайте, показано, что масло сделано тоже как бы в Германии. Тут плохо видно. Германия. Ну хорошо, ладно, фиксим. Германия. Германия, хорошо, идем дальше. Вот у нас получше видно уже, видите, сделано в Германии, Volkswagen Group. Но почему-то тут нет у нас этих буквок. Идем дальше. Вот это уже у нас тоже из Европы, но все вроде как бы схоже, да, буковки, все. Где произведено? Здесь тоже в Испании плохо видно. Ладно, идем дальше. Вот уже полный ассортимент, маленькие канистры. Большую канистру переделали, маленькую поленились. Так, цены у них по маленьким канистрам за литр от 10 евро до 12. Большие канистры от 50 евро до 120, зависимо от страны. Идем дальше. Обратная сторона 5-литровки. Написано, в Испании сделано. 4 года срок годности. Все как бы, ну, как бы все хорошо. Опять маленькая литрушка. Сделано в Германии. Это уже другой сайт. Это уже с Англии. Это было там, как сказать, наша светлая Европа. Опять вроде все схоже, да? 5 литров. Ну, о чем вообще с Низав разговаривать? Видите, не даже коробками продают. Это вот фотография из Англии. Там продают коробками литрушки. Как мы видим, здесь тоже сделана в Германии литрушка. Литрушки все в Германии сделаны. Внизу, видите, шилдинг такой, как у Shell. Все как бы схоже. Но вот теперь мы смотрим 5-литровку. Это 5-литровка из Германии. И почему-то у нее буковки, даты сделаны сверху. Тоже написано, что она сделана в Испании. Масло. Нигде больше не написано, что оно сделано в Германии или в Италии. Идем дальше. Вот с этой стороны, как бы лицевая сторона тоже. Это одна и та же канистра. Вот эта канистра с Англии, насколько я помню. Тоже спереди вроде все схоже с этой. Сзади тоже написано, что сделано в Испании. И буковки тоже видим сверху, даты все выпуска. Вот эта канистра 0W30, она сделана во Франции. Тут внизу буковки, но они сделаны не так, как у той канистры, которую подавал чудо-специалист за 7000. А к чему весь этот сыр-бор? А теперь давайте я вам показал. Теперь кто угадал, тот молодец, кто не угадал. В чем проблема? Сейчас мы все разберемся. Во-первых, как мы видим, даты аббревиатуры производства написаны внизу. Никак больше нигде такого не было. Написано, тут написано в Германии, тут в Италии. Ну ладно, фиг с ним. Всякая жизнь бывает. Но вот смотрим сюда. У всех канистр здесь написано, видим, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda и опять Volkswagen, там как-то написано, вот, Volkswagen, Хорпапа, ну сейчас, где тут, давайте найдем, вот опять, Volkswagen, Natur, BMW, ну короче, по-немецки написано. А что же на этой канистре, у которого
которые привезли из Европы. Видим Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, потом Audi. Что за Cupra? Ладно, да, ну хрен с ним, да. Подделочка, да, я бы только побоялся весь свой двигатель. Ладно, давайте фильтр. Что с ним не так? Вроде все нормально, честно написано, Турция, аббревиатура 04E115561T. А на коробке у нас написано 04E115561H, как положено. Вот, как говорится, и попались. Все, ребятки, контрафакт. Контрафакт, контрафатище. Так что опасайтесь, ребята, таких добрых дяденек, которые вам дают масло за 7000, а мотор сдохнет через 1000. Опять же, канал Сосен борется с контрафактом, борется с безграмотностью, борется с обманом. Вся правда только на страницах канала Сосен. Новые ролики выходят на канале Сосен, Яндекс.Дзен. Поставьте лайк, подписка. До свидания.